Если Магомед не идет на укол, то прививочный кабинет переместится поближе к Магомеду. Несмотря на бушующую за окном пандемию, люди не спешат на вакцинацию. Понимая это, власти стараются максимально облегчить процедуру для жителей. Сейчас в округе повсеместно в сельских ФАПах открываются пункты вакцинации. Если чувствует себя хорошо, может идти. Если так, пусть сидит. Степанщина, народ дружный, в прививочный кабинет, надо сказать, шли бодро. Староста деревни Свистягина, что неподалеку, тоже зашел поддержать земляков и поделиться опытом. После первой прививки я абсолютно ничего не почувствовал. А вот 10 ноября, где-то ночью, озноб немного был, ну, в течение часа. Больше никаких проявлений таких нет. Поэтому, конечно, я всем советую все-таки. Такая процедура не болезненная. В целом в ФАПе села Степанщина только в первый день вакцину поставили более 30 человек. В первую очередь прививку стремятся сделать те, кто находится в зоне риска. Мне уже 86-й год, и я бояться нечего. Уже свое пожила и хорошо, так что... Да и не боюсь, правда. Лучше, по-моему, вакцинироваться, чем в красной зоне лежать. Пациенты переносят, ну, когда делаем это легко все, а по течению, там, на следующий день, тоже у каждого все по-разному. У кого-то есть температура, у кого-то ничего. Вообще даже не ощущают, что ему что-то сделали. Угу. И с удовольствием идут на второе. Угу. Не смотри. Напоминаем, что в городском округе Воскресенск привиться может любой желающий. Пункты открыты практически во всех поликлиниках, даже в отдаленных уголках округа. Татьяна Колганова, Евгений Страдубов. Новости Искровект.